В новой библиотеке храма в честь святых царственных страстотерпцев книжный фонд заинтересует и порадует взрослых и детей, любителей классики и духовной литературы. На полках можно найти также учебные пособия, журналы, современную поэзию и прозу. Весь фонд занимает 2 зала и насчитывает более 3000 книг, еще более 2000 неучтенных изданий. Но в основном, конечно, это библиотека, которая представляет интерес для тех, кто хочет именно духовно расширить свои познания, углубить свой такой, может быть, духовно-христианский интерес с помощью фондов нашей библиотеки. Раньше все эти книги находились в библиотеке при воскресной школе Храма Всех Святых. Сейчас это здание монастырского комплекса, поэтому воскресная школа оттуда переехала. Соответственно, нужно было куда-то пристроить и обширную библиотеку. Помещения цокольного этажа Храма Святых Царственных Страстотерпцев отлично подошли для реализации книжного фонда. Конечно, по мере выхода новинок, новых из художественной литературы, творения богословов, какой-то исторической литературы, в том числе и литературы, которая издана или написана в нашем городе, конечно, будет стараться попадать в фонды нашей библиотеки. Саровчане также могут помочь пополнить фонды православной библиотеки и принести сюда свои книги. Прийти и записаться в библиотеку могут все желающие по средам и пятницам с 10 до 12 часов и воскресенье с 10 до 13 часов. Библиотека находится в цокольном этаже храма Святых Царственных Страстотерпцев. Вход с правой стороны здания, со стороны детской площадки. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.